Так, ребята, приветствую. Продолжается эпопея с помехой непонятной. То есть я так предполагаю, что кто-то ворует что-то, ну, в смысле электричество. Мой сосед якобы предупредил своего соседа, чтобы он не воровал. Он что-то отключил. Я не знаю, есть ли с этим связь какая-то, ну, здесь. А, между этими помехами. Ну, в общем, суть какая? У меня помеха изменилась. Звук. То было кап-кап-кап, как метроном. А сейчас я хочу показать. В общем, стало хуже. Плюс еще помеха распространилась и на УКВ. Даже больше. Вот покажу, смотрите. Вообще это он. Вот. А что самое прикольное, и ничего не прикольного в этом нет, смотрите. Даже слышно, как она гр-гр-гр-гр-гр, какая-то херня. Ну, блин, я не знаю, что сказать даже. В общем, какая-то сволочь занимается какой-то херней. Так что, ребята, комментируйте, подсказывайте, что может быть. Что опять, что ли, воруют электричество?